Здравствуйте, друзья! У нас ежедневный расклад карты дня 18 августа. Сегодня у нас вторник. Давайте посмотрим, что приготовил нам этот день. День 18 августа, как карта дня для зрителей этого видео. Ух ты, у нас тут победа у кого-то. У кого-то продвижение по карьерной лестнице, у кого-то продвижение, тут может быть повышение зарплаты, а может быть повышение по должности в работе. Ну, тут все, что связано с достижением именно в профессиональной сфере или в сфере вашего бизнеса. Тут может быть, знаете, по шестерке жезлов, эта карта говорит, что человек над чем-то очень долго трудился, ну, скорее всего, с рыцарем Пентакли, это что-то связано с бизнесом. Сейчас он получает признание как специалист. Здесь наплыв клиентов, заказов. Если это что-то связано с интернетом, то здесь подписчики, лайки, комментарии. И это принесет вам, как вы знаете, монетизацию. Ну вот, для кого-то это информация. У кого-то сегодня успех будет или в бизнесе, или в карьере. Хорошо, карта дня 18 августа для зрителей этого видео. Первый вариант. Да, не очень видно на этом. Второй вариант. И третий вариант. Выбирайте, пожалуйста, вашу карту. Хорошо, я начинаю с первого варианта. Вот опять старший аркан мир. Вы знаете, вот мир говорит, что в вашей жизни заканчивается один этап жизни и начинается другой. Конечно, это старший аркан, это аркан многогранный. Мы сейчас его все-таки уточним. Карта говорит, что ваши усилия увенчаются успехом. И этот успех придаст вам уверенности в себе. Ну, и как я сказала, это завершение, у нас это последний старший аркан, да, вот с нулевого, с шута мы живем, развиваемся, движемся, подходим к какому-то окончанию какого-то одного цикла, и у нас начинается совсем другой цикл. Здесь может быть полностью смена работы, или знаете как, вы сдали какой-то очень крупный проект и начинаете что-то новое. Кто-то может получить сегодня новую работу. Может быть, что-то связано с интернетом. Или что-то связано, может быть, международная компания. То есть это или работа в международной компании, или на. Но еще у нас по этой карте человек нашел свое призвание. Может быть, кто-то сейчас реализуется через интернет, опять же. Если по любви смотреть, как бы карта говорит, что человек встретил свою вторую половинку. Да? Вот заканчивается один этап вашей жизни и начинается следующий уже с кем-то в паре. Ну давайте хотя бы уточним. У кого-то может быть рождение ребенка. Так, давайте уточним, с чем мир у вас связан. Ну, скорее всего, с новой работой. Так, хорошо. Угу. То есть, вы знаете, вот была повешенная ситуация, может быть, конечно, здесь и работа, карьера, бизнес. Как я говорю, какой-то проект сдали, получили новый. Кто-то нашел хорошую работу, да, но здесь вам еще нужно будет обучаться. И опять, вы знаете, поступит предложение сегодня, какое-то предложение о работе. Вы будете какое-то время раздумывать. Ну, вы понимаете, что там и там у вас не получится усидеть на двух стульях. Надо будет что-то выбрать. Но по миру предложение будет хорошее. Единственное, что по повешенному, может быть, как-то развиваться все будет очень медленно. То есть, да, вы рьяно начнете трудиться, работать над новым проектом,
но будут какие-то препоны, препятствия. Или, знаете, может быть, повешенный в данном случае говорит, что у вас будет полная смена работы в плане того, что, например, вы были офисным работником, а здесь будет работа связана совсем другая. Может быть, какие-то поездки по миру, командировки. Или наоборот. То есть вот переворот. Или просто карта говорит, вы долго были в позиции повешенного, без работы, да? И вот сегодня именно вы получите хорошее предложение. Но опять вот что-то связано с миром. Может быть, по удаленному доступу. Хорошо, второй вариант. Старший аркан влюбленные. Конечно, в первую очередь карта говорит, что сегодня будет прекрасный день для любви. Любые ваши действия, направленные на то, чтобы найти свою любовь, или уже в имеющихся отношениях укрепить ваши отношения, все сегодня принесет хорошие плоды. Но если вы пока одиноки, вас ожидает знакомство, которое имеет все шансы по влюбленным перерасти в нечто большее. Ну, а если у вас уже есть партнер, то карта говорит, что вот постарайтесь сегодня поговорить по душам, поделиться, не знаю, своими волнениями, переживаниями, но даже поделиться своими чувствами. Когда мы разговариваем вот наедине, делимся, это нас сближает. Может быть, в последнее время у вас было какие-то сложности, может быть, холодность в отношениях. Вот постарайтесь сегодня, не знаю, ну просто поговорить по душам. Но здесь еще карта говорит, может быть, у вас было два человека. И сегодня, может быть, вам придется сделать выбор. Но это может касаться не только людей, может быть, какого-то дела или какого-то плана. Как бы карта говорит, чтобы этот выбор по-настоящему вас порадовал, вам нужно прислушаться к голосу своего сердца. Вот что вы хотите? Потому что внутренний голос нас никогда не обманывает. Ну, давайте одну карту, с чем у вас влюбленные связаны. Иногда, конечно, карта показывает любовный треугольник. Так, ну ладно, это мы пока смотрим. Да, рыцарь мечей и четверка мечей. Знаете, тут может быть какой-то конфликт был, недопонимание в отношениях, предположим. Может быть, даже была пауза в ваших отношениях. У вас сегодня очень хороший шанс вот именно поделиться, поговорить, высказать все. Потому что вот по этим двум картам, скорее всего, была очень крупная ссора. Может быть, даже вы разъехались или не встречались какое-то время. У вас сегодня выпадает шанс именно помириться. Потому что по влюбленным, но тут чувства сильные. Может быть, было какое-то вот, не знаю, что у вас. Может быть, просто какой-то конфликт возник. Давайте одну карту. Смотрите, опять выбор, да, вот два выбора. Так, ну тут два выбора, скорее всего, оставаться в этих отношениях, не оставаться. Но по влюбленным здесь, знаете, по влюбленным здесь и страсть, здесь и чувства. Но, может быть, сложности у вас в характерах, да, вот столкновение характеров. Здесь на дне колоды ложится восьмерка кубков. Это именно когда люди притираются. Встречаются две сильные личности, да, и притяжение есть, любовь есть. Но вам сложно вместе существовать. Каждый, может быть, борется за лидерство. Тут двойка жезлов говорит, вы можете как и расстаться, так же вы можете и преодолеть эти препятствия, преодолеть эти трудности. Но вы знаете, здесь не обязательно выбор связан с отношениями. Здесь может быть выбор с тем, что, например, вы работали, был какой-то конфликт. Здесь ни карта не говорит о том, что вы ушли с работы. Может быть, вас отправили без оплаты или в отпуск. Но через какие-то вот, может быть, вы не хотели. Может быть, вас заставили, да? И вы здесь встанете перед выбором, оставаться на этой работе или нет. Опять карта говорит, слушайте свое сердце. Здесь вот тоже восьмерка говорит, вы как вы можете с этой работы уйти,
Но здесь самое главное не действовать на эмоциях. Все тщательно продумайте. Может быть, с кем-то вы здесь конфликтуете. Это может быть коллега, начальник, это может быть бизнес-партнер. То есть вот этот конфликт привел к какой-то паузе, к застою. И вам придется сегодня делать этот выбор. Но карта говорит, прежде чем что-то принимать, тщательно все продумайте. И слушайте свое сердце. А чего это касается? Работы, бизнеса, а может быть, это отношений касается. Хорошо, третий вариант. Девятка жезлов. Вот здесь вот карта говорит, что сегодня у вас будет какой-то напряженный день, но опять же эта карта показывает напряжение, но не действие. Как бы ожидание чего-то. То есть вот как бы вы будете ощущать, что есть какая-то угроза, и вам сегодня нужно быть просто начеку. Вам нужно проявлять осторожность, внимательность, и ждать развития каких-то событий. Ну, мы сейчас уточним. Вообще эта карта, во-первых, показывает оборону, когда мы человек оградился этими жезлами. То ли вы сегодня действовать как-то будете скрытно от всех, может быть, не рассказывая до поры до времени о своих планах, или вы сегодня будете чувствовать, что вам нужно от кого-то защищаться. Это может быть и в работе, и в бизнесе, а может быть и в вашей личной жизни. Да, ситуация-то прояснится, но может быть не сегодня. Поэтому вам карта и говорит, вот эта ваша осторожность, внимательность и упорство помогут вам именно то ли обойти какие-то острые углы, но или просто вы будете к этому готовы. Да, вот люди... Или ситуации какие-то не застанут вас врасплох, потому что вы здесь на стороже, на чеку. Ну, давайте хотя бы узнаем, с чем здесь это связано. Старший аркан силы. Так, ну, опять карта говорит, преодолеете вы все. Самое главное, не надо бояться, да? Ну, нужно просто быть уверенным в себе. Старший аркан нам не уточнил, где это связано, с чем. Вы здесь будете защищать, прикладывая очень много сил и энергии, защищать то ли свою территорию, то ли место на работе, то ли свой бизнес, то ли свои интересы, а может быть, свои отношения. Как бы они не показали именно в какой сфере. Так, вы знаете, еще по девятке... Все-таки у нас девятка – это карта успеха. Она говорит, что человек преодолевает какие-то очень большие трудности. Тут еще, если по отношениям смотреть, карта говорит, вы сегодня можете столкнуться с закрытым человеком. То есть, вот знаете, по тузу это может быть новые отношения. Тут и страсть, и желание обладать, да, но человек закрыт. Вам нужно будет сегодня к нему как-то пробиваться, чтобы он открыл свое сердце. А может быть, эта карта показывает вас. Вас кто-то сегодня будет добиваться. Ну, вы знаете, тут еще, конечно, карты говорят, что вот бороться, да, с кем-то вам придется сегодня. Может быть, на работе, может быть, в бизнесе, может быть, и в отношениях. Но у вас есть шанс преодолеть все это. Или закончить что-то, какое-то дело и начать новое. Но для этого вам придется сегодня или с кем-то, кто-то вам будет мешать, или вам нужно будет сегодня мобилизовать все свои силы. Но у вас есть шанс победить, добиться успеха. Да, у нас сегодня такой сложный день, очень напряженный. Но как бы карты говорят, тут надо правильный выбор сделать. Опять, да, здесь надо решиться на что-то новое. А здесь карта говорит, боритесь, за что вы здесь боретесь, что вы здесь отстаиваете. У вас есть шанс, тут, может быть, даже, знаете, перейти на новое место работы. Повыситься по карьерной лестнице. Но вам придется побороться здесь. То ли со своими комплексами, страхами, что у меня не получится, то ли с кем-то. С обстоятельствами, может быть, или с какими-то людьми, которые будут вам мешать. Вот такой у нас получился 18 августа, карта дня. Я благодарю вас за просмотр. Я только вижу, что вы мне тут ничего не видите.
Да. Хорошего вам дня, берегите себя, до свидания.